Огонь! Смотри, куда идешь. Это безумие идти в лес. Просто безумие. Ты же погибнешь, Авраам. Эти силы. Что мне делать? Черт, это все бессмысленно. Кто-нибудь пытался изучать алиумов, пытался понять, почему? У нас нет возможностей для изучения. До тебя никто не предлагал. Я не предлагаю. Кое-кто занимается изучением тайн твоего вида, но он жесток. Есть алиум, который проводит чудовищные, жуткие эксперименты. Его зовут Алхимиком. Все держатся от него подальше. Но где-то в этих горах у него есть лаборатория. Тебе нужно быть с ним начеку. Но вообще, сходи к нему. Мне любопытно. Схожу. Где это? Постарайся все-таки выяснить что-нибудь про этого алхимика. Говорят, он прячется в секретном бункере, где-то рядом с этой радиовышкой мятежников. Я осмотрю. Это бункер, про который говорил Захеди. Алхимик где-то рядом. ставя опыты на пленниках. Почему это меня не удивляет? Захеди, что еще скажешь об этом алхимике? Пару лет назад я наткнулся на старые записи, где говорилось, что эксперименты алхимика финансировал президент Нюберг. Они хотели создать оружие против мятежников. Но этот алхимик сотворил нечто такое, что напугало ЗАГ. Отчеты скрыли, подробности засекретили. Этот алхимик много лет экспериментировал с аномалией. Он похищал солдат, приколачивал их к большим крестам и оставлял на откуп аномалии. Превращал их в алиумов? Делал из них оружие? Нет. Я думаю, он скорее хотел этот процесс обратить, снова стать человеком. Разве я просил вытаскивать меня из тьмы? Порабощать мою душу? Будто ты божество. Ты ставил на мне эксперименты, как на крысе. И теперь хочешь загнать меня назад во тьму? Нет! Ты должен оказаться во тьме. И все, кто объявлял себя божествами. Захеди, я нашла алхимика. Он мертв. Его проткнули прутом, а потом сожгли. Или наоборот. Кто, мятежники? Нет, один из подопытных. Номер 6. Видимо, он выжил в этих экспериментах, и они ему не понравились. Боже, возвращайся сюда. Ну как? Есть новости? Ни черта. Очередной поехавший придурок заплатил за свои вопросы. Я должен это сделать. Хотя бы просто ради Джейн.